Привет, я просто не могу сориентироваться, как ты не стоишь. Я, наверное, ношу Ну, 44-е, 43-е место, скажите, пожалуйста. Я говорила, первые три потока я всегда предупреждаю, потому что люди приходят и занимают первые места. Поэтому будьте добры, пересядьте, пожалуйста, на твердые места. Концерт, ой, ледовое шоу будет сейчас. Алина Загитова будет выступать. Называется Руслан и Людмила. Вы слышали мою фразу? Я всегда говорю, соблюдаю масочный режим, присаживайся на свободные синие точки, на 10-11 ряд. Народу вообще по такому не пускают. Я в первый ряд быстрее пробрался, там без очереди. Ну а что поделаешь, да? Хочешь жить, умей вертеться. Пробежался. Вот остались сейчас, представляете, никого не пускают уже. Люди стоят. Уважаемые зрители, в фойе нашего шатра вы можете приобрести эксклюзивную сувенирную продукцию от Татьяны Навки. А по окончании спектакля у вас будет возможность сфотографироваться и получить автограф от главных героев нашей сказки. А Навка это вот у Пескова жена, да, по-моему? Да. Как Песков я сюда пришел? Вдруг теракт какой-нибудь, да? А? Вдруг теракт какой-нибудь. Да, вообще не говорит. Ну, жена второго человека в России. Ну, никакой теракт. Нет, смотрите, второй человек в России. Ну, какой теракт? Надо наоборот. Он должен в Кремле под защитой сидеть, не выходя из дома, правильно? Царевну тужит,
а бурый волк ей верно служит. Там ступа с парой бой идет, придет сама собой. Там царь Кощей над златом чахнет. Там русский дух, там Русью пахнет. И там я был, и мед я пил. У моря видел пуп зеленый, под ним сидел. И кот ученый своим мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту поведаю теперь я свету. Дела давно минувших дней, предания старины глубокой. В толпе могучих сыновей с друзьями в гриднице высокой Владимир солнце пировал. Меньшую дочь он выдавал за князя храброго Руслана. Yeah.
свадебным столом сидят три витязя молодые. То три соперника Руслана в душе несчастные таят любви и ненависти. Один Рогдай, пойди смелый. Другой Фарлав, крикун надменный, но воин скромный среди мечей. Последний, полный страстной думы, молодой хазарский хан Радмир. Все трое бледны и угрюмы, и пир веселый им не в пир. Thank you.
Поцелуй.